Привет, ребята! Сегодня вот покажу вам Рено, такой вот ценник, ряд LED-ы. Вот. В идеальном состоянии, нету нигде ни одного подкраса на автомобиле. Если надо, сделаю вам фотоотчет всех деталей под прибор. Вот только пригнан. В субботу поставили на учет. Пригнан с Германии. Автомобили только с Германии возим. Вот резина Continental на таких легкосплавах. Комплектация Bosse либо Boss. 2014 год. Вот, цена 12 800. Сейчас. Вот, по состоянию автомобиля можете судить сами. Вот, максимальная комплектация, подушки безопасности, вот, кожа с тканью. Что-то все разъездились. Навигация, кожа, руль. Так. Джойстик. Конечно, шикарный автомобиль по состоянию. Ну, немцы ездят хорошо. Лучше всех, как говорят, по сервису. Вот 120 тысяч сейчас пробега. Пробег полностью пробивается. Так, это радио. Чтобы не терять время, я... Если интересно, вам сделаю потом фотографию сервисной. Не подготовился немножко. Вот состояние порогов. Нигде нету ни царапин, ничего. Музыка. Сейчас сделаю вам ВИН-код. В таком месте он немножко неудобном. Если надо, я на стекле посмотрю. Итак, состояние багажного отсека. Не багажного, вот сиденье. Нигде нету ни одной царапинки. Вот. На октах сеточка. Сейчас открою капот, открою багажник, вот так вот, парктроники, вот. Состояние багажника. Полик. Вот. Насос, клей. Что, обойдем еще раз. Вот ВИН-код. Все стекла родные, датчик света, ксенон, LED-ы. Вот. Можете судить сами по состоянию автомобиля. Ручничок, круиз, старт-стоп, пассажирское зеркало,
работает как часики. Можно заглянуть в любую щелочку. Очень классное состояние автомобиля. Так что, ребята, звоните. Номер телефона напишу внизу в описании. Автомобиль требует внимания вашего. Так, не хочу закрывать. Вот. Что интересно, спрашиваете, есть в наличии еще автомобили этого класса. Так что всем пока и до новых встреч.